Thank you.
Раз, два, три, четыре.
там где-то видишь. А что, равно правильно? Равно правильно. Thank you.
пришла, они всегда завтра играют. Ну и я еще подошла. Thank you.
Мы сейчас запустим.
Валентин Михайлов, 120. Ну, я посмотрела, но играть можно. Да. Чем просто вот так далее. Thank you.
тебя выйдет, да? Thank you.
младшего и старшего группы девушки, кто закончил встречу ко мне, подойдите, пожалуйста, к Семеновичу Николаеву. Thank you.
Я
Да,
они родились в один день, но только ровно через год. Похоже, я смотрю, что так, по-моему, это кто. Две девочки одинаково похожи. Один день, подожди, но ровно через год. Thank you.
Thank you.
играет? 1-1, папа. А мы проигрываем, вообще даже ни одного не забилось. Он даже не смотрит, он вот смотрит, он не видит, что вот это, вот я вижу, он не видит. Он выбирает, какой шаг сложнее, естественно, он туда его не... Он не видит, он психует, он весь этот время нет. Меня прогнал, сказал, иди отсюда, сына, орал на меня, иди отсюда, ходи. Он не может вот, с нервами своими справиться. Ну, мальчик сильный, из Воронежа. Мой сразу сказал, как только увидел, как он играет, здесь без вариантов. Я ему про это же, я говорю, успокойся, соберись. Я говорю, тебе не заставляет никто выиграть. Играй, не психу. Вон весь опять о нем. Когда у меня не получается? Ага, а ищет, ищет. Thank you.
мальчик. А где вы были? Не знаю. Вы выходили, не знаю. Кто выиграл? А, все, я уйду. Довольно. А, пишет. Господи, звонок я не заметила. Ты маму спрашиваешь. Так это накрылся. Да маму ищу. Да, она заставила. Ладно, спасибо, пошли. Там же она где-то. Ей должен попасть. Играет. Второе. Последнее. Наверное, еще. Уже посерьезно собери. Она оказывается, я не прыгаю, не прыгаю, я буду, конечно, но один сильнее, нет, по-моему, сейчас вот, вон мальчик будет, Спасибо.
нужно подойти к судейскому столу. Thank you.
Да. Если не надо. Thank you.
Thank you.
Олегин, Волгин. Значит, они сюда. А, ну чтоб типа пить твою пошли. А, да. Да. Это ты
Спасибо. Thank you.